Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, сегодня вам представляю очень экономный и эффективный обогреватель. Изготовлен, значит, из лампочки керамика. Мощность лампочки 100 Вт. Мы поставили напряжение наполовину для того, чтобы сделать систему экономной. То есть она работает от напряжения 110-120, а мы поставили, ребята, напряжение, вот смотрите, 54, как видите, то есть меньше половины, благодаря шиму. И что у нас получилось? Расход у нас 40 ватт всего, ребята. И 80, сейчас увидите. Ватт реактивный ток. То есть мы два раза больше отдаем в сеть, чем берем. Сейчас увидите. Светится ярко. Вот. 79,6. Это реактивный. Ноль 37. Это общий ток. Сейчас увидите. Ноль тридцать семь. Общий ток. Давайте запишем. Так. 0,37 общий ток. Дальше. Напряжение. Не видно. 236,6. Вот видно. 236,6. Вернее, 236. А теперь смотрите. Активный ток. 40. Эти 40,5. Запишем. 40,6. И ток, который вырабатывает, видите, вдвойне. 80,79. Не видать вам. Вот. Вот, видно, 80, видите, вдвойне. То есть мы отдаем в два раза больше в сеть. Если у нас, смотрите, 0,37, вот, помножим 0,37 умножить на 236, получается 87, а у нас реактивный 80, то есть почти весь ток у нас мы отдаем.
То есть 80, 40 берет, 80 отдает взад. И что у нас выходит по нагреву? Вы видите, что система 40 берет, 80 отдает взад. То есть КПД у ней 200%, в два раза больше отдает. И плюс еще она выдает тепло. Смотрим какое. Видите, 300 мигает. О, 360. Надо вот точно навести. 300, вот по центру наводим, 360 градусов. То есть 360 градусов нагрев. То есть вполне отлично. При этом потребление 40 и 80 даем взад в сеть. Сейчас схему нарисуем. То есть 360 градусов вы видели, ребята, это можно греться. Итак. На таком, значит, ящике стоит патрон и лампа. И выходит провод на шим. На шиме мы поставили 54 вольта. И что мы выводим на счетчике, мы видим 40. Активная, потребляемая, и 80 отдает. Так, 80 ватт назад отдает. И у нас 360 градусов обогрев. То есть я думаю, что система отличная. В дальнейшем можно оборудовать реле, поставить. Но я пока не ставил. Чтобы не терять, видите, чтобы не терять температуру, потому что надо кроме реле вот сюда еще в дальнейшем поставить суперконденсаторы на 54 вольта. И тогда у нас будет нулевое потребление и 360 градусов. Как вы видите, потому что у нас 80 отдает назад. Спасибо за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.